У нас, смотрим, сегодня выходной день. Мы идем с ним исследовать маршрут до ЖД вокзала и погуляем по городу, в метро поездим. Спали сегодня долго. Времени уже 10 часов. Покажу немножко улицы Казани. Сегодня чуть-чуть выпал снег. Немножко. Так, мы с Матвеем пришли на вокзал. Идти от нашего дома 25 минут. Так что можно и прогуляться утром. Вот такая площадь на вокзале. Так, все, мы, получается, вокзал посмотрели. Вход на вокзал только через досмотр. Идти 25 минут отсюда от квартиры. Все, мы сейчас писали, мы идем к торговому центру Кольцо, там должны нам передать чек за квартиру. Здесь протекает река Була. Вот такая она маленькая, столько мостов здесь через нее. Так, мы идем по типу улицы Арбат в Москве, либо в Ванера в Екатеринбурге. Здесь у нас вот так вот у нас эти, тут всякие родостовые куклы. Вот такая карета интересная. И здесь получается дом музей иллюзий. Еще дом великана. Театр. Матвей, да что за театр? Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова. Старинная церковь, именно церковь, не мечеть. Потому что там наверху как крест. Мы все еще идем по вот такому, такой улице. Много всяких бутиков, магазинчиков. Прямо торговый центр Кольцо. Нам надо в него. Смотрим внутри торгового центра. Сейчас дождемся человека с чеками и сходим в KFC. Вот он, кстати, KFC. Там есть вкусная яичка. Мы на третьем этаже. С Матвеем купили только коктейли, заходили в KFC, коктейли не было, потом зашли в Бургер Кинг.
здесь у нас спуск в Казанское метро. Мы с Андреем идем в метро, прокатимся, посмотрим что-то такое. Так, вот мы идем в метро. Вот. Это называется площадь Тукая. Так, вот она. Казанское метро. Купили Фадею в подарок жетон метрополитена. В любую. Угу. Не знаю. Одинаково. Приближается метро с другой стороны. Мы сейчас смотрим, прокатимся от конечной до конечной и снова здесь же выйдем. Либо в другом месте, где ближе к нам, к дому. Dear passengers, please leave the train. Ensure you have all your belongings with you. Че? Да? Так, ну вот мы, получается, на конечной станции. Как называется? Авиастроительная. Сейчас смотрим, поедем обратно. Вот так вот выглядит станция в Казани. Вот такое. Станция Дубравная. Вот так вот она себя выглядит. И я обратил внимание о том, что на всех станциях метро нету эскалатора. То есть выход наверх пешком.
Так, у нас получается вот, куда я показываю, Казанский Приволжский, да, федеральный университет. Вот так он выглядит. Так, вот это озеро, или озеро, да, называется Нижний Кабан. Сегодня ветер очень холодный, пронизывающий. Ну-ка, еще только сегодня холодно стало. Подходит к концу сегодняшний день у нас с Матвеем с путешествиями по Казани. Зашли мы в магазин, в Магнит, отоварились, идем в квартиру отдыхать. Все, на сегодня все, завтра с самого утра мы едем в тир и там будем целый день.